Почему вы, блядь, не подписаны на долбоёбы? Что? Хесус, забываю тофнуть стрим. Чел из клининговой компании утром. Крузбастерс! Я, когда вспоминаю, что за мной следит ФСБ. Чё тебе надо у меня дома? Чего тебе надо, блядь? Отвали отсюда, блядь! Быстро, блядь! Здравствуйте, замечательный вопрос. С наступающим вас Новым годом. Спасибо за ваш вопрос. Иди нахуй! Чё, вы мой гриб снимаете? Это же мой гриб! А чё он ваш? Ну я его ем, видишь, надкушено! Да подожди, дайте я его каждый день по кусочку ем! Да подожди, дай поснимать чуть-чуть! Блин, чё тебе надо? Я его ем! Чё ты делаешь? А вы кто? О, кого? Чё за хуйня? Здрасте! Иди нахуй! Разъебу, блядь! Да, все правильно. Че? Это я в Happy Wheels играл, алло! Happy Wheels. Ебать, старая хуйня. И че? Я тоже злой. Я тогда еще боялся даже при свете света, при свете света, блядь, лицо показывать. Пиздец. Я нахуй. Зато в подвале жил. 25 тысяч рублей в месяц платил. А сейчас охуел, зажрался, блядь. Черт ебаный, сидит здесь. В своей башне с саной. На 89 этаже, сука, черт, блядь. Блудбэт. Да давай уже дальше-то, господи. Если ты посмотришь прямо в вебку, не как сейчас сбоку вид, а прямо, то у тебя голова будет выглядеть... А, это я видел. Это я видел. Это был в этом, 89-й тикток. А, да? А, да? Реально? А... Да, реально, ля, смотрите, одинаковый. А ну-ка, блядь, давай попробуем. Ну ладно, главное, что на, во время стрима не спите. Это вот это важно, блядь. Чего, блядь? Мама, я влюбился в неё. Ёбаный рот, блядь! Сука! Ебать! Ещё. Дайте поспать, блядь, заебали! Не понял. Ну и все. Че? А ты не уписался, я ничего не знаю, тебя тут никто не ждал, ищи свою дырочку, в смысле, свою вилочку. Быдло ты ебаная, блядь. Напротив вчера кто-то убил. Сотки. За шо? Хорошая женщина была. Я в охуе. Убийцу ещё не нашли. Давай еще ближе, блядь. На улицу выходить. Вдруг меня убьют. Надеюсь, выживу. Страшно позадаться. Ебать, ты зачитал подбит. Тупо этот. Кровосток. Мой муд на любой тусе. А, да. Ну, по пизде, блядь, алло, тебе 13 лет, кого ты там пьешь? Кока-колу, что ли? Какие? И сейчас этот, я так понимаю, тот, кто этот мем сделал, показывает себя, а там 40-летний такой мужик здоровый, блядь. Ну чё, нахуй, мне 13, да, сука? Слышь, блядь, давай. Ты еще, блин, в жизни на тусах не бывал. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, ну, чтобы почти написать боль унижения, которую я испытал сегодня. БАЁП! Now look at this.
Ага. Не, не похож, алё. Бал тёти Моти. Вниз, вверх. Что в пруду? Сон. Семейный портрет. Воспитатели. Административная, нет. Хевс, когда не может придумать шутку, но развлекать аудиторию нужно. Нет, блядь, уголовная, нахуй. Совком банк, нет, блядь, лопатой, нахуй. Вообще-то смешно, алё, блядь. Пешеход, нет, блядь, пешеезд, нахуй. Куриный дом, нет, блядь, собачья будка. Я охуел? Не понял, блядь. Самое лучшее средство от депрессии – это Лёша. Лёша. Алексей. Алексей. Лёшка. Мой антистресс. Чё? А, да. Реально. Yo, you're cool. Алкоголь фу, сигареты фу. Парень, посмотри на мою эстетику. Yeah! А что, на новый соберем? Не, меня больше всего в телефоне раздражает, когда ты что-то печатаешь кому-то, например, да, в переписке, там, в диалоге. Пишешь, 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 и он свой ебаный Т9 включает и исправляет на другое слово, которое ты не хотел писать. Ты хотел это, а он такой, нет, я это, блядь, буду вот это вот писать. И иногда это так раздражает, особенно если это какой-то важный диалог. А особенно если вы там спорите с другом, например. Или тебе надо быстро напечатать, чтобы ему написать, типа, разъебать, а ты еще ошибку допускаешь, такой, да блядь, на нахуй, сука, ты и так на нервах там, блядь, споришь с ним, и этот еще козел, блядь, слова меняет, и ты такой, блядь, ты, сука, я вообще другой писал, долбоеб, нахуй. Т9 можно выключить. А-а-а, да? Ту, блядь. Шо, блядь? И чё это? О, господи. Ну, прикольно, да, прикольно, прикольно. Нормально, нормально. Так, вот ссылка. Ну, мало, а шо? Так делайте больше. В ТикТоке мемов. И будет больше. Да. Я... Вот это да! Я люблю варить борщ, потому что это, сука, мощь. А, играю в Майнкрафт каждый день. И что я могу тебе сказать? Мне...